Большая вода продолжает испытывать жители Алтая. Сообщается о возможных жертвах. Полицейские проверяют информацию о перевернувшейся лодке на реке Чирыж. По предварительным данным, в ней могли находиться 4 человека. Кроме того, паводок разрушил 230 километров дорог и размыл почти 2 километра федеральной трассы. Уничтожены 15 мостов. Затоплены 14 населенных пунктов. Без света остались 6 сел. Восстановить электроснабжение и починить мосты власти обещают в течение 3-4 дней, пока уйдет вода. С деревнями, отрезанными от внешнего мира, спасатели постоянно поддерживают связь. Продукты и топливо доставляют конными тропами.